станет, но для этого нужно определенное время. Вы же знаете, что электричество доставляется сюда с Украины, а иногда и не доставляется. Есть проблемы с питьевой водой. Но думаю, что бывает там, я почти уверена, что это даже быстрее случится, чем предполагается. Что он будет окупаться. И даже сейчас я же вижу, там отдыхают пенсионеры, там отдыхают все люди, которые не могли себе позволить раньше выехать. И говорят, что Крым пустой, это лукавить. Потому что люди, которые вот даже приходят ко мне в подвал, вы знаете, я работаю с бездольными и с нищими. И они говорят, я еду в Крым, вот сзади вас сидит психически больной ребенок, который второй раз уже поедет в Крым, а раньше он не мог себе этого позволить, сейчас ему дают туда бесплатные путевки. Понимаете, ездит со своей мамой, и тяжелый инвалид, и для них это и удобно, и близко. То есть стало невозможным, вот как раз это та тема, которую я понимаю. Я ничего не понимаю в политике, в геополитике, кто виноват, кто прав, знаете, я работаю с больными, давайте тоже это учитывать в этот момент. Вот, я вам скажу, что да, эти люди сейчас довольны.